чая и думать о них. Мы потестили. Нервно, чуть-чуть. Но мы в таком большом зале. У нас будет типа мокрое лицо. Красное. У меня спадывают штаны. Я не хочу смотреть. Я забыла, в какую сторону, в эту вот или вот. Катя спугана. Они кокетничают. Меня так бьет в хуйня сильно. Пиздец, она прям ебашится. Что ты скажешь? Я очень устала, очень тяжело. Кусочками снимаем. Все равно очень тяжко. Ксюш, что? Давай сплитню, хуя. Да, опачки. Я вовремя снимаю. Мы, у нас как будто есть деньги. Происходит процесс подготовки. Мы играем в людей, у которых есть деньги. Но у нас нет денег. Ксюша сегодня мейкапер у гудбоя. Тася не дышит, руки не достает. Потом в центр. Нам нужно что-то поставить. Поставьте просто что-нибудь. Опа! Хуйня, да? Вы что снимаете? Снимай, Настя, она сказала, снимите, как будто я в Декарте. Так, пусть. Что? Да? Сняла вот много всего. Ну, мы еще не сняли? Не, ну мы сняли, но ничего не платили. А вы откуда такие красивые вообще? А, он дебильный. О! Итак, пройдем дальше. Somebody изнутри. Наша фотомодель. Наша Ксения. Я могу уединиться в этом доме. Я не могу. А что ты делаешь здесь? Я хочу сплетни. Я не знаю. Зашла, просто зашла. Надо не убежать. А мама Ларисочку Гузеева. Мы тут ищем влюбленные сердца. Туда не пойду, там все фоткаются у зеркала. Туда не могу пойти, там все фоткаются там. Ушла туда, ты сюда пришла, ты оттуда. А что ты здесь делаешь? Снимаемся чуть-чуть. Что ты тут делаешь? Я складываю свои вещи, пытаюсь собрать свои мысли в кучу. Какой макияж, да? Супер, я делала. Делала Ксения. Да, записывайтесь к ней. Номер продиктуйте. Свечки. Ни за что. Работает за еду. За свою еду. За свою еду. Хотя бы не платила за ДКРТ. Даша, а что ты тут делаешь? Я фанат Somebody. Я тоже. Привет, Максим. Глин Ливит 12 лет. Это самая большая выдержка в этом, у этого алкоголя. И он очень дорогой, и он очень мягкий. Ставьте лайки, если хотите, что держу.